Объединенная аэрокосмическая корпорация UAC – самая крупная в истории человечества. Созданная изначально как производитель оружия и охранных систем, впоследствии она занялась бионауками, изучением космоса и другими научными направлениями. Благодаря неограниченным средствам и возможности игнорировать нормы морали и закона, UAC контролирует самые высокие технологии в истории человеческой расы. Приближается транспорт. Марс, на связи Darkstar. Координаты траектории 07063.38000. Понял вас, Darkstar. Подходите с азимута 07063 через точку 38000. Так точно. Мы видим их без радара, сэр. Они сейчас приземлятся. Отлично. Отправьте этого инспектора Свона сразу ко мне. Да, сэр. Так, стар башни, входим в ангар. Darkstar, причал свободен. Швартуйтесь. С возвращением. Оставил вам выбор. Хватит! Мне уже надоело заниматься кризисным управлением после его художеств. Ладно, вы управляете. А если не получится, я им устрою кризис. Так или иначе, мы должны заставить Бетругера подчиниться. Как скажете, инспектор. Пожаловать на Марс. Все вновь прибывшие должны пройти регистрацию. Центр научной станции Объединенной аэрокосмической корпорации. Для регистрации проследуйте к администратору. Я должен выбраться отсюда. С прибытием на Марс, солдат. Встань на один из красных квадратов на полу. Я просканирую тебя. Это займет всего пару секунд. Окей, начинаем. Не шевелись. Если будешь двигаться, сканирование займет больше времени. Ну вот, биоскан в норме. Можешь выходить. От лица UAC приветствуем вас в Марс-Сити. Марс-Сити служит центром всех научных изысканий, археологических исследований и военных операций на Марсе. Основная забота UAC – обеспечение безопасности и благополучия всех работников и гостей Марса. В целях безопасности мы просим вас неукоснительно соблюдать все предписания UAC. Пожалуйста, не пытайтесь проникнуть в зоны, в которые вам закрыт доступ. Будьте внимательны, следите за своими действиями и действиями других людей. Если вы заметили что-то необычное или просто хотите задать вопрос, обратитесь к ближайшему охраннику. Они здесь для того, чтобы помочь вам разобраться с проблемами, неважно, значительными или незначительными. Наша марсианская станция включает в себя жилые помещения, зоны отдыха, социальные учреждения. Наша цель – создать вам дом вдали от дома. Помните это, помогая нам проводить фундаментальные исследования, которым суждено перевернуть жизнь всего населения Марса и Солнечной системы в целом. Если вам требуется более подробная информация, пожалуйста, обратитесь к своему менеджеру по работе с персоналом. Гости Марс-Сити могут обратиться к своему куратору от UAC. Спасибо за внимание.
прибытием, солдат. Впервые здесь? Сумку оставь здесь. Ее отправят в казармы. Хорошо. Сначала сообщу тебе о главном. Это твой карманный компьютер. Без него тебя никуда не пустят. Когда тебе дадут допуск к охраняемым зонам, эта штука откроет замки. Это очень важно. Не потеряй. Так-так. Сержант Келли требует немедленно явиться к нему. Отправляйся прямо в штаб десанта. Тебе туда. Сориентируешься. Добро пожаловать на Марс, десантник. Цель этого брифинга – ознакомить вас с некоторыми стандартными процедурами несения службы на Марсе. Первое и главное – это субординация. Весь рядовой и сержантский состав десантных сил подчиняется мастер-сержанту Томасу Келли. По приказу сержанта Келли вы будете приписаны к патрулю, возглавляемому командиром патруля. Обращайтесь к командиру патруля по всем вопросам, связанным с несением службы. При исполнении служебных обязанностей оставайтесь в пределах патрулируемой территории. В ваш КПК записана вся информация, необходимая для эффективной охраны вверенной территории. Весь персонал должен находиться в зонах, к которым он приписан. Обо всех нарушениях режима доступа немедленно докладывайте в рапорте. И помните, безопасность прежде всего. Бережно и осторожно обращайтесь с оружием. Никогда не открывайте огонь там, где это может поставить под угрозу жизнеобеспечение комплекса. Не забывайте, вы лучшие воины галактики. Бдительно несите службу. И удачи вам, десантник. Марс-Сити не курят. Просим вас курить только в специально оборудованных местах. Спасибо за сотрудничество. Я тебя здесь раньше не видел. Ты, наверное, из этих, из командированных.
управление очень обеспокоено положением дел на станции. Вот как? Разве вы не понимаете, насколько важна наша работа? Понимаю, но я уполномочен провести полное расследование. Кто вас уполномочил? Правление? Что правление понимает в науке? Их интересуют только деньги. Все, что им нужно, это товар. Не волнуйтесь, они получат свой товар. Ценой скольких жизней? Скажите, доктор Битрукер, почему рабочие так взвинчены, жалуются, требуют перевода с Марса? Обычная профнепригодность и переутомление. Ничего особенного. Если бы мне дали больше денег и квалифицированного персонала, даже этих несчастных случаев удалось бы избежать. Боюсь, вы ничего не получите, пока мой доклад не ляжет на стол правления. Я требую права доступа везде, в том числе в Дельту. Надеюсь, с этим проблем не возникнет? Только если вы не будете путаться у меня под ногами, Свон. Вскоре здесь случится необычайное. Вот увидите. Пошли. Слушай, приятель, у тебя нет доступа в эту зону. Отойди. Прошу прощения. Опять несчастные случаи. Несчастные случаи? Теперь это так называется? Ты мне вот что скажи. Внимание! Доктор Брэддок, вас ждут в службе жизнеобеспечения. Иди доложись сержанту Келли, он в штабе. Торопился, солдат. Так, теперь о задании. Пропал ученый. Это не первый случай. Ты новичок, тебе и искать. Заодно и освоишься. Твоя задача проверить заброшенный центр связи. Говорят, он направлялся туда. Пройти в центр можно через подземный уровень Марс-Сити. Я запрограммировал робота. Он проводит тебя к лифту на подземный уровень. Надеюсь, хоть с роботом ты дорогу найдешь. Внизу у лифта пост охраны. Там тебе выдадут оружие. Когда найдешь ученого, просто приведи сюда. Живого и невредимого, понял? Свободен. Внимание сотрудников корпорации. Хотите получать больше денег? Исследовательским лабораториям Дельта нужны добровольцы. Вся информация у ваших менеджеров по карте. Корпорация USC заботится о здоровье своих сотрудников. К вашим услугам самые квалифицированные врачи Солнечной системы. Добро пожаловать в подземелье, солдат.
Самое скучное место на Марсе. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет, а то что это за солдат без оружия? Вот твое барахло. Теперь ты готов к бою. Сейчас я проверю радио. Охрана Марса, проверка связи. Отлично, прием нормальный. Значит, тебя направили в заброшенный центр связи. Это вниз по лестницам, а дальше все время прямо и наружу через шлюз. Придется немного пробежаться без воздуха, зато получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. Окей, все в порядке. Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями, они тут работают. Чем помочь не могу. Я занят. Гранд-Бастер, мастер-ремонтник. Сегодня 19 октября. Ко мне поступают все больше сообщений о необъяснимых вещах. Работать на другой планете, да еще и под землей, само по себе немного жутковато. Так что всегда кому-то что-то чудится. Меня тревожит то, что в последнее время таких сообщений все больше и больше. Люди напуганы. До нас доходят жуткие слухи про эксперименты в комплексе Дельта. А еще и постоянные броски напряжения. Свет постоянно мигает, а пару раз за день выключается на несколько минут. Это еще больше нагнетает обстановку. Я делаю все, что могу, чтобы держать моих ребят в форме, но у нас постоянно не хватает людей. Каждый день кто-то заболевает. Я буду держать своего начальника в курсе ситуации и регистрировать новые сообщения по мере их поступления. Конец записи. Оборудование слишком многого. Хватит отговорок. Пошевеливайся, у ученых работа стоит. Я делаю, что могу, сэр, но не пойму, что же такое происходит с системой. Странно все это. Нечего трепать языком. Господи! Что за привычка подкрадываться к людям со спины? Здесь и так у всех нервы на пределе, со всей этой чертовщиной. А,
ты тот новичок, который ищет старый центр связи? До него тебе придется топать по улице, так что не зевай. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. А, не бойся, в твоем костюме неплохие запасы кислорода. Мне отослать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно. Иначе все. Система. Иначе. Вы просто не понимаете. У вас не хватит знаний, чтобы понять. Дьявол, он существует. Я знаю. Я построил его крепко. О, Господи! Господи, спаси! Integrity at risk.
и ждите дальнейших приказаний. Делахью, начальник энергостанции, запись от 18 октября 2145 года. Нагрузка на энергосистему на 23% превышает номинальную. Я удлинил все смены до 12 часов, чтобы мы хоть как-то могли справиться с возрастающей нагрузкой. Комплекс Дельта потребляет все больше и больше энергии. Мы выходим за все возможные пределы. Если и дальше работать с такой нагрузкой, оборудование вскоре откажет. Я подал запрос о реквизиции запчастей из других отделений, чтобы поддерживать работоспособность наших систем. Я не понимаю, что происходит в комплексе Дельта, но я делаю все, что могу. Постоянный рост нагрузки уже сам по себе все поставил на уши. А еще и слухи. Если ситуация не выправится, скоро начнется натуральный хаос. Конец записи. Фрэнк Делахью, начальник энергостанции. Запись от 24 октября 2145 года. Главная система продолжает испытывать отказ за отказом. Только на прошлой неделе случилось два пробоя клапанов. Эти пробои способны сорвать клапаны напрочь и вызвать пожар, который может уничтожить близлежащее оборудование. До сего момента у нас был только один несчастный случай из-за этих пробоев. В основном это заслуга ремонтников, которые быстро исправляют повреждения. Наша процедура борьбы с пробоями хорошо зарекомендовала себя, я рекомендую сохранить ее без изменений. Она состоит в том, чтобы ввести с операторского терминала код неисправности 842. Конец записи.
второй взвод огневой поддержки. Добраться до базы нет возможности. Понял, второй взвод. Отлично, ближайшему посту и держите оборону за отгонять.